Приехал я на шиномонтаж, снимаю свою АТ-резину. Проехал на ней 3631 километр. Снимаю не потому, что она мне не понравилась или что-то пошло не так, а потому что я наездил уже практически 12 тысяч с момента покупки автомобиля. Соответственно, нужно делать ТО, записался к официалам. Для того, чтобы меня не сняли с гарантии, я решил поставить шины, на которых машина пришла. Это 265-50-19 Bridgestone. Дуэлер HP Sport. Поэтому провожу все эти манипуляции. Пройду ТО и снова поставлю АТ резину Goodyear. Потому что она мне очень нравится. Вот такая разница по высоте. АТ резина и штатные слики. Никуда на них не уедешь. Это колесо на родных дисках Эверест. Резина тоже родная. Bridgestone Dueler HP Sport, на котором пришел Touareg. Вот его вес. 32-200. Колеса, которые сейчас стоят у меня, ну, как вы помните, АТ-шный Goodyear Wrangler DuraTrek, весят 34 килограмма. Разница 1 килограмм 800 грамм на колесе. Ну да, это немало, но это немного. Ну это вот следующее колесо. На 18 дисках Goodyear Wrangler DuraTrek. Посмотрим, сколько оно будет весить. Оно весит 34 килограмма. Ровно. Вот я и еду на техническое обслуживание Volkswagen Touareg 2016 года. Взял я его 30 ноября. Сегодня у нас 29 мая. Полгода я на нем отъездил. Проехал 12300 километров. Планировал ТО я делать каждые 10 тысяч, но в связи с тем, что маленько закатался, да пока резину переобулся АТ на штатную, вот наездил 12300. Хотя плановое ТО по регламенту делается на 15 тысячах. Сейчас сделаю ТО, заодно решил поставить защитные сетки в бампер для защиты радиаторов, интеркулеров, ну и всего остального. Вот поставлю, посмотрим, сколько это будет стоить, сколько будет стоить ТО. Соответственно, все данные покажу вам. Сам процесс ТО снимать не буду, поскольку нету у меня на это времени. При том, что сказали, что установка решеток займет достаточно много времени, потому что нужно будет снимать бампера. Ах, вот ты какая защитная сетка. Ну, здорово. О, да оно реально стало круто. Мне даже больше нравится. И здесь во все решетки установили для того, чтобы, не дай бог, камнем или какой-нибудь палочкой не проткнуть радиатор. Забрал я свою машину с ТО. Вот вкратце вам озвучу, чего мне тут насчитали. Общая сумма ТО номер один 26373 рубля, минус работы по установке сетки 2200, минус 3600 и минус 1600. Это получается 7400. 26 тысяч минус 7400. Получается 19 тысяч мне обошлось с первой ТО. Не знаю, много это или мало. По-моему, нормально. Ну, не зря отдал 7000 рублей. Очень доволен. Вот они, сеточки, оправдали себя с первой же поездки. Все в бабочках. Ну, слишком большой разницы я не заметил между штатной резиной и АТ-шкой. Да, однозначно, АТ-шка шумнее, особенно на скоростях до 100 километров. Выше шума нету. По поводу мягкости, штатная резина, мне кажется, нисколько не жестче, чем мой Goodyear. Накат, да. Накат у сликов гораздо лучше. Ну и, соответственно, расход. Вот ездил в Новосибирск туда-обратно 500 километров. Средний расход получился 8,8. Все, ТО прошел. Назад ставлю колеса АТ-шные с Goodyear'ом. И сегодня вечером уезжаем на рыбалку. Или в путешествие, как хотите. Скорее всего, это будет Кемеровская область.
общем, коллега на работе у меня купил прадика в 150-м кузове. Кстати, забрал его в декабре. Вот мы с ним решили посравнивать стоимость эксплуатации, затраты на техническое обслуживание, ну, какие-то еще характеристики. Но вот на сегодня я уже еду на ТО, а у него пробег всего 5000. Но параллельно буду отслеживать две эти машины, и свою, и его. В ближайшее время планирую сделать небольшое сравнение Туарега и Прадика в моей комплектации и в его комплектации.